Добрый день, уважаемые гости и зрители канала «Наша жизнь». Хочу вам показать редкие кадры. Рак в очередной раз поменял свой панцирь. И вот здесь у нас в полном объеме, фактически полностью весь старый панцирь. Его не рекомендуют убирать, потому что как хитиновая основа сами раки съедают свой панцирь. Видите, да, он абсолютно целиковый, все лапки, все клешни, хвостик, даже где-то хочу перевернуть, тут даже посмотрите, усы есть. Ну, в общем, действительно такие. Редко встретишь этот панцирь в целом виде. Обычно сами раки же его и съедают для пополнения хитина в организме, для укрепления своего нового панциря. А здесь вот пока у нас панцирь абсолютно целый. Пока еще лежит, видите, что улитка к нему тоже подплыла, чтобы осилить его, но пока еще не осилила. Но обычно, вот, когда смотрю видео, то там видно, что панцирь начинает снимать с головы именно. А потом уже, видимо, вся остальная хвостовая часть уходит. Но вот здесь видно, что как раз та часть панциря, которая покрыта на голове, она приподнята, то есть, видимо, оттуда он доставал свою голову. Вот вообще, конечно, уникально. Даже сам панцирь лежит ровно так, как сам рак. А вот он и рак в своем убежище со своим новым панцирем, с длинными усами, усищами. Так что вот такие интересные моменты. Это наша третья линька за месяц, который рак находится. До этого не удавалось вот так в целом виде увидеть панцирь. Он обычно его уже или съедал, или частично съедал, или чаще всего этот панцирь находился внутри, в гроте. Поэтому не был заметен. А здесь вот как-то он оказался у нас снаружи. Причем сам процесс заметить, к сожалению, линьке не удалось. Но вот итог, как вы видите. То есть линяют они полностью целой массой, снимая с себя панцирь. Не частями, а именно целиком, с головы до хвоста. И все лапки тоже при этом меняются.